Анна занимается боксом уже 3 года. В семье она первая, кто решил связать жизнь с профессиональным спортом. За ее плечами около 10 побед на соревнованиях. Секрет успеха в регулярных тренировках. Спортивный зал в Ликино за это время стал вторым домом для девушки. Вопреки предрассудкам, Анна уверена, бокс – это и женский вид спорта. Не бояться. Потому что все, кто приходит сюда, они приходят с осознанной целью. И они должны понимать, на что идут. Тренировки у юных боксеров 3 раза в неделю. Сначала разминка, потом уже отработка ударов и работа на ринге. И как проверка пройденного соревнования. Мы уже много участвовали, ездим в разные клубы Одинцовского городского округа, привозим туда детей, детишки соревнуются, занимают места, получают медали, грамоты. В 2016 году местный житель Сергей Батраков решил создать спортивный клуб, доступный для каждого. Здесь не только бокс, но и тренажерный зал, и даже народные танцы. Сама судьба нас свела с ребятами, мы очень счастливы, то, что мы обрели свой дом здесь, долго уже дружим с ними. В прошлом и позапрошлом году мы организовали благотворительный фонд «Открытые сердца», нацеленный на поддержку нашего старшего поколения домов престарелых. В общем-то, наши дети, наши воспитанники с малых лет уже занимаются добрыми делами. В конце октября в спортзале планируют провести соревнования «Открытый ринг». На более отдаленную перспективу планы тоже есть – организовать занятия для старшего поколения. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».